Новый год, наверное, самый любимый праздник в России. Его любят и взрослые, и дети, и ждут этот праздник с большим нетерпением. Новый год – это, конечно, елка, шарики, хлопушки и серпантин. В Новый год мы украшаем или наряжаем елку. И, конечно, мы готовим и получаем подарки. А подарки нам дарит Дед Мороз. Мы говорим по-русски «отмечать», «праздновать», «встречать» Новый год. Где вы отмечаете Новый год? С кем вы празднуете Новый год? Как вы встречаете Новый год? Встречать Новый год можно по-разному. Как это делают герои любимой в России – советской кинокомедии «Ирония судьбы» или «С легким паром». Я хочу встречать Новый год с тобой. Только с тобой. Фрая? Давай. Я хочу быть с тобой. Со мной? Где я? Там же, где и я. А вы где? В аэропорту. По дороге в Красноярск, нелетная погода. И в худшем случае... И в худшем случае я встречу Новый год в этом кресле. А в лучшем? Тоже в кресле. Только в воздухе. В новогоднюю ночь очень многие россияне смотрят телевизор. Около 12 часов все внимание на куранты. Куранты – это часы на Спасской башне Кремля. В 12 часов мы пьем шампанское и поздравляем друг друга с Новым годом. С Новым годом! Мы желаем друг другу счастья, здоровья, мира, любви, успехов и всего хорошего.